Программа выходит при поддержке сети АЗС Движение. Трасса 101. Добрый день, приветствую вас. Меня зовут Владимир Сметанин. Автопрограмма «Трасса 101» отныне будет иметь не только новостной формат, но и формат большой передачи с гостями в студии, с общением в прямом эфире, со звонками от вас, наши слушатели. На подходе еще видеоверсия передачи. У нас уже есть свой телеграм-канал «Трасса 101». Такие большие планы нам помогает притворять в жизни сеть АЗС «Движение». Ну, о «Движении», как компании, мы еще сегодня будем говорить. Я обязательно спрошу моего гостя о перспективах, движения, о том, как будут развиваться события в дальнейшем. А гость наш сегодняшний — это Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, гость из столицы. Павел, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же хочу пояснить нашим слушателям, возможно, кто-то не в курсе, чем занимается Независимый топливный союз. Буквально буду цитировать с официального сайта организации. Независимый топливный союз — это объединение владельцев независимых АЗС. Мы должны объединяться и действовать сообща. Только организованные коллективные действия позволят нам что-то изменить. Нашими интересами не считаются только потому, что мы разрознены и разобщены. Независимый топливный союз осуществляет комплексную и системную правовую защиту интересов независимого сектора путем максимально эффективного использования на всех уровнях механизмов, закрепленных законодательством нашего государства. Весь независимый сектор за гранью рентабельности и уже давно. С начала года, это я уже вас цитирую, по-моему, летом 2021 года вы давали комментарий одному из федеральных СМИ. Вот сразу же хочу, Павел, начать с такого скептического, может, даже провокационного вопроса. Вот на протяжении многих лет вы уже занимаете такую активную позицию противодействия, да, вертикально интегрированным компаниям. И что? Где результаты? Ну, бензин все равно дорожает. Знаете, ну, хочется уже какую-то крылатую фразу произнести, да, в России можно бесконечно наблюдать за тем, как горит огонь, как течет вода и как дорожает бензин и дистопливо. Результаты работы, где они, что? Я вам так скажу, что... Поближе к микрофону немножко. Так, да? Скажу, что, во-первых, тут надо скорректировать противодействие не вертикально интегрированным нефтяным компаниям в первую очередь, а все-таки основной враг топливного рынка российского – это та система регулирования, которую мы имеем. То есть и здесь... И весь именно... этот комплекс, да, да, как он, да, устроен. Да, как комплекс мер, то есть то, как устроено регулирование ценовое в том числе, да, те правила игры, по которым работает рынок, ну, они как раз ведут ко всем вот этим проблемам, которые к постоянному росту цены, с одной стороны, с другой стороны, к медленной, но верной деградации розничного сектора, оптового сектора, перерабатывающего сектора и отсутствие стимулов к какому-то развитию. И вот поэтому скорее основной наш, ну, в кавычках, враг, это система именно регулирования. То есть мы работаем для того, чтобы сделать этот мир лучше путем системных преобразований, да, и в целом цель союза, это мы всегда ее декларируем, это комплексная реформа топливного рынка и правил игры, по которым он живет. Ну, а основное достижение — это, видимо, существование независимого сектора. Он есть. Основное достижение нас как организация. Да, как говорят врачи, пациент скорее жив. Или скорее вы сами понимаете. Независимый сектор, он есть. Независимый сектор, несмотря на свою разрозненность, это имеет серьезный инфраструктурный статус, серьезное инфраструктурное значение. Не будем забывать, что порядка 60% заправок в стране с точки зрения именно инфраструктуры, в штуках, если считать, это независимые АЗС, как региональные крупные сети, так и одиночные заправки. 60%? 60%. Слушайте. Ну, около того, сейчас, наверное, уже поменьше, но в целом сложно переоценить значимость независимого сектора в вопросе нефтепродуктообеспечения, да, и выполнения там инфраструктурной функции. Это те люди, те компании, которые еще не подмяли под себя, да? Нефтяные компании, да. Вы знаете, тех, кого хотелось подмять, уже давно подмяли, то есть это, да, это те, кто продолжают работать. Какой-то нету глобальной экспансии нефтяных компаний, эти времена закончились. Для нефтяников розница, она ровно
такая же, скорее, даже не ровно такая же, но также влечет за собой, несет убытки, и это скорее социальная ответственность, чем бизнес. Да? Единственное, что у нефтяных компаний в силу их вертикальной структуры есть возможность перераспределения центров прибыли, а также ввиду наличия такого механизма, как коллективная группа налогоплательщиков, есть возможность убытки в одном сегменте, ну, в частности, в розничном, перекладывать в другие сегменты, ну и в целом как бы быть прибыльными и в целом показывать хорошую экономику. Неприятно себя ощущать. Вот я как сужу как автомобилист, да, рядовой, который регулярно заправляется на ЗС и видит эти ценники, получается, что все мы, вся эта водительская наша братья российская, мы такие вот пешки в игре крупных нефтяных компаний. Почему крупных нефтяных компаний? Не обязательно. Почему пешки? Нет. Ну, когда их больше интересуют там мировые цены, да, на эти, на нефтепродукты, когда оптовые, биржевые какие-то вещи. Ну, а мы тут получаемся по какому-то остаточному принципу. Ну, все-таки нефтяные компании, ну, во-первых, большая часть нефтяных компаний – это госкомпании, такие ключевые игроки, не будем это забывать. А второй момент – нефтяные компании – это все-таки хозяйствующие субъекты, и скорее, да, то есть если бы мы там жили в несколько иных реалиях, то я сказал бы, что ну, мы все участники и живем в том рынке. Да, мы, страна перешла к рыночному ценообразованию, к рыночной экономике, ну, и это рынок. Причем в рознице рынок достаточно конкурентный, независимый, когда есть экономика. А вот проблема, как раз мы об этом поговорим, она в другом, что экономики в последнее время, она все хуже и хуже, экономики между оптом и розницей, ее нету, и это ставит независимый сектор на, за грань просто существования и обрекает на такое медленное, но верное вымирание как вида. Давайте сейчас перейдем. Вот, да, не договорили поэтому, чуть-чуть. Поэтому, что касается нефтяных компаний, ну, я не называл их оплотом зла. То есть, ну да, нефтяные компании работают, развиваются. В целом в стране не так все плохо с нефтянкой. Это отрасль, которая развивается и очень конкурентна по миру. А то, что как бы смотрят на доходность в рамках там, каких-то экспортных потоков и адаптируют внутренний рынок, там, в том числе цены на внутреннем рынке, под эти реалии, ну, во всяком случае, то есть по понятию некой равнодоходности, но это правильная экономическая стратегия. А в чем проблема-то? На самом деле, как бы сделать внутренний рынок приоритетным, да, и более привлекательным, каким образом? Ну, путем корректировки систем налогообложения. Так, это не так сложно, да, это не сложно, это реально это создавать стимул для того, чтобы внутренний рынок, развитие переработки было выгодно, развитие там, розницы была хорошая доходность. А в свое время розница топливная, когда вот был бум, да, после в 90-е, это был очень быстро растущий рынок. Заправки строились, быстро строились. И как раз именно независимый сектор здесь сыграл свою решающую роль. А ни одна государственная компания не может такие темпы показать, какой как раз частный предприниматель какую тот темп развития инфраструктуры, который был показан частными предпринимателями. Ну, давайте сейчас сосредоточимся на нашей, на Кировской области, чтобы быть ближе к слушателям, что называется. У нас как раз вот яркие примеры два. Это, да, Лукойл, это как раз-таки вот та вертикально интегрированная компания, и движение, которое можно отнести к независимому МЗС, и она является частью, собственно, да, независимого топливного союза. Вы активно общаетесь, решаете проблемы, обсуждаете перспективы и так далее. Кировская область в плане цен на бензин и дизельное топливо, ну, вот какая-то прокаженная, прям уж извините меня за такой термин, на протяжении долгих лет, если смотреть статистику того же Росстата, да все мы это прекрасно видим, стоимость, в первую очередь, 92-го бензина, дизельного топлива у нас самая высокая в Приволжском федеральном округе из всех 14 субъектов, которые входят в ПФО. С чем это связано? Почему нам такое счастье в кавычках досталось? Что нам с этим делать? Смириться и ничего мы с этим не можем уже, да? Ну, во-первых, жители Дальнего Востока сейчас бы
Они бы позавидовали. Нет, да, я понимаю, позавидовали, что есть места, где еще хуже дела обстоят. Ухмыльнулись, да, бы, как бы, насчет вашего месседжа относительно... Магадан. Да, да, да. То есть, ну, Дальний Восток, там совсем все сложно, плохо, и цены действительно очень высокие. Опять же, в силу достаточно объективных причин. То есть, никакой злонамеренности, да, и там никаких непомерных интересов, как нефтяных компаний, так и независимых. Ну, здесь говорить не приходится. Рынок конкурентный. И как раз независимые игроки – это первые, кто спускает цены, когда есть такая возможность для того, чтобы конкурировать с теми же нефтяными компаниями. Ну, потому что объективно, как правило, да, то есть в регионах есть крупные сети, которые имеют достаточно сильный бренд, и учитывая понимание локальной специфики, могут даже выигрывать в конкурентной борьбе, там, ну, потому что люди к своим едут, это нормально. Но в целом, как бы, цена является важным способом конкурировать для независимых. И всегда ценообразование было такое, что цена на независимых заправках, она чуть ниже, чем у нефтяных компаний. Вот, поэтому... Ну, так почему? Первое, отвлекся чуть-чуть. Повезло. То есть, первое, что касается... Поэтому... Все не так плохо, если брать Россию. Второй момент. В целом у нас по стране цены не так, чтобы высокие относительно других стран. Ну, да? Вот буквально недавно свежий рейтинг появлялся. Да, мы на втором месте с конца в списке европейских стран. Абсолютно по стоимости верно. 95-го, по-моему, абсолютно там брали. Верно. Поэтому... На последнем месте Казахстан, на предпоследнем мы, и там дальше скорее, Белоруссия. Скорее, да, значение вот этого высоты. Ну, слушайте, вот, честно топливных говоря, цен, оно да. Преувеличивается. Слушайте, да? Честно говоря, вот извините, я эти новости, вот эти сравнения стоимости бензина в разных странах воспринимаю чисто как вот такой психологический аспект, такой, там, все спокойно, бандерлоги, у нас не все так плохо, все, живем дальше. Ну, у нас действительно не все так плохо. Это раз, с ценами точно, с уровнем цен у нас все не так плохо, даже скорее хорошо. Проблема в том, что мы рассматриваем цены, да, но при этом забываем о более важном показателе, это уровень доходов. Понимаете? И вот с этим надо работать. Надо не цены контролировать, не цены пытаться снижать и сдерживать, а заботиться о экономическом росте, заботиться о росте доходов граждан. О благосостоянии каждого конкретного человека. Понимаете, когда никакая цена не будет высокой, все зависит от твоего уровня дохода. Естественно, когда доход очень низкий, да, то даже самая низкая цена, она будет казаться непомерно высокой. И наоборот. В Европе там цены в разы выше, но среднестатистического европейца, как бы, они не пугают. Ну, Скандинавия где-то порядка 170 рублей за литр, если переводить. Да, нефтедобывающая на Скандинавия. Вот, поэтому, что касается специфики, да, почему... Кировской области, да. И почему среди Поволжья самая высокая цена. Скорее, я бы здесь в качестве ключевого фактора назвал региональных игроков, которые есть, да, то есть все-таки у вас доминирующий субъект, ну, нефтяная компания, которая занимает большую долю рынка, это Лукойл. А Лукойлу надо отдать должное, да, это все-таки компания, которая выстраивает свою деятельность, исходя из понимания экономической целесообразности определенной. И в целом во всех регионах Лукойл стоит там, ну, среди нефтяных компаний, если сравнить по максимальной планке цены, то есть, ну, мы будем говорить о том, что у нас де-факто цена розничная регулируется, но Лукойл всегда держит верхнюю планку. Ну, а движение, при том, что все-таки нефтяная компания, ну, а движение в качестве второго игрока, ну, движение работает в тех оптовых реалиях, которые есть на рынке, да, и повлиять не может. То есть, надо понимать, в чем проблема независимого сектора. Независимый сектор в убыток, работать, ну, прям совсем в убыток, не может долго, да, то есть понятно, что невозможно, хозяйственная деятельность невозможна, коммерческая деятельность. Коммерческая, да, бизнес, да, да. Бизнес, одним словом, проще говоря. Бизнес невозможен, когда ты продаешь что-то дешевле,
чем ты его купил? Это ж путь никуда, ну, мы все прекрасно понимаем. А тут еще нужно довести, зарплату заплатить. А я вот недопонимаю, за счет чего там, за счет каких-то, за счет как подушка безопасности какая-то существует у независимых АЗС? За счет чего они могут пережить эти трудные времена, нерентабельные, как это обычно бывает? За счет сжигания оборотных средств, да, за счет каких-то запасов, других ресурсов, запасов своих, да, подушек безопасности, ну, у всех разные способы. Но если там крупная речь о крупных компаниях, то запасы на нефтебазах, которые там в низкий сезон покупаются. Проблема в том, что у нас в 2021 году специфика сильно изменилась. То есть раньше как бы все было достаточно понятно. То есть был выраженный низкий сезон, это конец осени и... Переход на зиму? Ну да, переход на зиму, то есть это традиционно низкий сезон. Если мы про бензин говорим, низкий сезон, и дизель несколько иная специфика, хотя тоже потребление падает, просто это переход на зимнее дизельное топливо, там есть свои нюансы. Вот, и цена проседала, сильно проседала на бирже, была возможность закупиться объемами, если есть мощности по хранению, то... они заливались, ну и летом, как бы, когда происходил стремительный рост, сезонный скачок, те, кто сделал запасы, те имели возможность использовать эти запасы для того, чтобы там, не проседать. А в 2021 году это мало было возможно, да, то есть там цена начала расти с начала года, когда никто не ожидал, и продолжала этот рост, вот, поэтому... Ну, по официальной оценке, я читал, по-моему, в апреле еще 2021 года, вы давали прогноз на уже год прошедший о том, что бензин порядка на 8% у нас подорожает за год. Этот прогноз сбылся. Сбыл даже чуть больше. Да, по официальным подсчетам. Переизбылся. Да. Если говорить по результатам 2021 года, то у нас... 92-й год рост составил 8,7%. 92-й бензин. Да, 92-й, да, 92-й бензин 8,7%, это чуть выше инфляции. 95-й бензин 8,9% тоже. И 10,4% по дизельному топливу, это выше инфляции. То есть, да, цены росли. Но, опять же, росли в уровне инфляция, то есть либо рядом, близко к нему, что говорит о том, что цена у нас регулируется. Она и не падает, собственно, поэтому, потому что есть регулирование розничной цены, но при этом оптовая цена, она рыночная цена образуется. И в этом ключевая проблема. Давайте вот к вопросу, что с Кировом. Да. Все не так плохо. В Кирове, в Кировской области, потому что конкуренция есть, ну а как бы относительно там более высокий по регионам, среди регионов Поволжья, но здесь как раз вот региональная специфика, что игроки все-таки исходят из необходимости что-то зарабатывать. Бизнес он не может быть ради там убытков. Бизнес он все-таки должен приносить какой-то доход, пусть и минимальный. Кстати, очень часто до сих пор звучит эта идея от каких-то местных кировских экспертов, политиков. Идея о том, что если бы у нас было больше игроков, не только «Лукойл» и «Движение», да, два основных, то, возможно, на фоне этой конкуренции, возможно, цены-то и были попривлекательнее бы. Вы как эксперт, что скажете? Ну, безусловно, когда конкуренция всегда делает свое дело. Когда мы приезжаем, например, в Татарстан, и когда мы видим это разнообразие, да, это пестроту этих заправок, вывесок, и бензин там дешевле, конкуренция свое дело делает, но никто из нефтяников к вам не придет. К сожалению, во всяком случае, в каком-то обозримом будущем, пока мы живем в тех условиях, в которых мы живем. Ну, либо, если и придет, то в какой-то очень незначительном присутствии. Потому что... У нас недавно верлись, по-моему, да, буквально недавно разговор о том, что «Газпромнефть», возможно, у нас тут зайдет. Вот, но вот все осталось на уровне таких. Если и зайдет, то очень ограниченным количеством заправок, как бы, какой-то экспансии здесь точно ожидать не стоит. И в целом в рамках там, региона тоже, я думаю, что будет играть плюс-минус по правилам ценообразования, которые есть в регионе. В целом регион, ну, не самый интересный с точки зрения... Спасибо, обнадежили. Извините, да, но как-то так. Это печально, хотелось бы. Мне только прилетел, и первый раз, пока все очень нравится. Слушайте, милый город... Да.
Вот, поэтому здесь речь о экономических показателях, но они, к сожалению, не самые веселые. Павел, а от людей что-то зависит, если люди начнут прямо вот голосовать рублем за движение? Вот движение, там, за то, что за счет того, что там сервис лучше или там что-то, вот, цены более привлекательные. Вот сами жители региона, они могут как-то изменить эту экономическую модель, уделяя большее внимание местной сети, нашей, да, понятной. Безусловно, да. Смотрите, безусловно, надо понимать, что у бизнеса любого, в том числе и топливного, есть два параметра, которые определяют доходность. Это первая маржинальность, про которую там, мы много и часто говорим. А второе – это уровень пролива, да, то есть объем продаж. И, соответственно, конечно, при увеличении объема продаж можно работать там, с меньшей маржинальностью, чем при… Там, в иной ситуации. Да, чем в иной ситуации, абсолютно верно. Ну вот… Поэтому в целом я считаю, что да, это очень важно не только для жителей Кировской области, но и для жителей всей страны. То есть поддерживать независимых игроков, там, понятных, крупных, это все-таки люди, которые здесь работают, здесь живут. И понимаете, в чем ключевая проблема? Действительно, независимый сектор постепенно вымирает. Да, кто-то закрывается, кто-то там часто местами там брошенные АЗС. Вот вы давно уже возглавляете независимый топливный союз на протяжении этих последних лет. Действительно много кто закрылся, устал, сказал, все, закрываюсь. Закрывается. Не могу, не хочу. Просто пошло это, на это все процесс, это, да, он не такой, что по щелчку мы проснулись, и все, стоят выжженное поле, стоят закрытые заправки. В целом, банкротство бизнеса, это история такая, что она накапливается, да, то есть предприниматель там из последних сил это всю ношу свою тянет. Если не ошибаюсь, надеется, вы во всем этом плавали, надеется, все вы это знаете. Конечно, у вас да, вы да, раньше да, тоже абсолютно верно. С этого правление, все началось. Да. Нет, у меня были собственные заправки, да. То есть мы нас Вы родом из Омска, да. Я была небольшая сетка. И, собственно, вы на своей шкуре почувствовали. Именно почувствовав все тяготы и лишения, появился независимый топливный союз. То есть все пошло именно от сахи. Соответственно, банкротство, они не происходят по щелчку. И это снежный ком, который накапливается. То есть собственник будет из других направлений сжигать оборотные средства. Потом, когда совсем плохо, может быть, что-то придумывать там, свое имущество продавать. Абсолютно верно. Дома, автомобили и так далее. Бросить, ну, сюда же вложено столько. За бесценок даже как бы не всегда есть возможность продать. Ну и закрыться, закрыть заправку, закрыться как компания, но это такое уже последнее, когда деваться некуда. Но в целом ситуация есть. То есть и крупные сети, которые банкротятся, ну, вот Липецкая топливная компания, к примеру. Есть много брошенных заправок. На Дальнем Востоке это очень актуально, это просто люди оставляют заправки. Вот, и здесь что важно сказать, что вот мы с вами, ну, в целом, с журналистами, постоянно говорим про цены. Вот постоянно, особенно, знаете, как в Москве. Как в Москве меня всегда очень веселит. К ценам, к прогнозам на год наступивший. Веселит история, когда звонят, спросят комментарии. Что будет с ценами, да? Нет, что у нас в Москве цены выросли на 3 копейки. Там ну, вот такой, что цены растут, на 3 копейки рост составил, что вы можете об этом сказать? И это в Москве, в городе, где есть последовательная политика. Где уровень жизни, где уровень доходов. Где есть последовательная политика по деавтомобилизации, в принципе, центра, да, города. Поэтому пересадки на общественный транспорт, да, людей. Еще раз почему мое мнение, моя позиция, что значимость вот этих цен, их роста очень сильно преувеличена. Иногда говорим про качество. А вот что самое важное, это все-таки наличие магазина, я считаю. И как раз независимый сектор, удел независимых, это заправки в каких-то не самых густонаселенных территориях, да, в удаленных территориях, где заправка есть, она работает, дает возможность людям заправиться. И как раз та ситуация, которая сейчас есть, она влечет за собой вымывание именно этих игроков, которые работают на локальных рынках. А тогда очень вероятна ситуация, когда
Раз, и неважно, какое у тебя качество, какое количество, заправиться просто негде. Магазина нет, ехать надо 100 километров там, до ближайшей АЗС. И это, а крупняк, федералы это, сюда не пойдут. Ну, конечно, потому что это неинтересно. Да, потому что в целом, для них это неинтересно, да. У нефтяных компаний планов по какому-то активному развитию собственных сетей их нету. Компании потихонечку, то есть они, вот, они расползлись, они уже захватили свои приоритетные регионы, живут и поживают. Ну, свои приоритетные регионы как бы освоили, дальше включилось антимонопольные ограничения, да, то есть там в каких-то регионах, где там есть доминирующее положение уже развития сети, в принципе невозможно там в силу законодательства, и расширением никто не грезит, да, то есть вот есть сетка, она и есть. Какие-то хорошие места, да, там постепенно там, ввиду строительства новых дорог там, и прочее, новых развитий, ну, вот они подкупаются. Прошли времена экспансивного развития, и сейчас сохранить независимый сектор – это очень важно. Можно просто остаться без заправок, а учитывая географию нашей страны, ну, я считаю, что без независимого сектора будет очень сложно и местами невозможно. Ну, давайте оценок все-таки в наступившем 2022 году по поводу прогнозов. Понятное дело, что стоимость топлива будет расти, автомобильного, вопрос, насколько она вырастет, да, не хотелось бы очень повторения. Я понимаю, что с 2018 года многое изменилось уже в политике государства, я имею в виду ситуацию конца весны, начала лета, да, 2018 года, когда буквально в течение нескольких недель бензин дорожал очень стремительно, и в итоге на несколько рублей все это на наших глазах было. Вот сейчас, в 2022 году, есть предпосылки, если можно так их называть, для резкого изменения ценников в большую сторону? Когда мы говорим про цены на топливо, мы говорим о... надо понимать, что есть... две цены. Есть розничная цена, и, как правило, вопросы задают именно про розницу. И есть оптовая цена. И учитывая, опять же, ту архитектуру... И как-то они взаимосвязаны. Да, но это звенья одной цепочки, да, то есть, по идее... Нет, в понимании обычного обывателя, простите за тавтологию, но про оптовые цены он даже не думает. Ему важно то, вот, что он видит, когда приезжает на заправку. Но, тем не менее, оптовая цена – это звено ценовой цепочки, да, и розница, она в любом случае исходит. В итоге то есть значение оптовой цены, оно так или иначе влечет за собой значение розничной цены. И рост оптовых цен влечет за собой не совсем напрямую, да, почему так, сейчас объясню. Вот я и говорю, да, что там собой рост розничных цен. Не 100% напрямую взаимосвязь, да. Да, что удивительно. И почему, в принципе, возникает ситуация, когда компании могут работать в убыток? То, о чем мы там колокол бьем, то, о чем мы кричим постоянно, почему эта ситуация происходит? А дело в том, что у нас фактически розничная цена регулируется в стране. Как регулируется? Регулируется ростом плюс-минус инфляция. Да? Рост в рамках инфляции. То есть чуть больше инфляции, меньше инфляции, но в целом, как бы раньше было правило инфляция минус, но учитывая ту ситуацию, которая есть сейчас, да, то есть, ну, это рост в рамках инфляции, может, чуть выше инфляции, но там, в разумных пределах. И, собственно, это мы и видим из года в год, то есть у нас цена всегда растет, никогда не падает, но растет в рамках инфляции. А дальше уже там надо понимать, что этот рост, это все-таки конкурентный рынок, топливные, заправок много, собственники разные. А этот рост, он происходит не линейно, да, то есть не то, что там ежедневно там по копеечке поднимается, и в итоге мы там, или по полкопеечки, мы в итоге получаем там рост по итогам года. Нет. Здесь как раз в зависимости от значения оптовых, то есть при росте оптовых цен, это может, или там при изменении налогов, а у нас снова надо понимать, что с начала этого года налоговая акцизы, акциз вырос, и налоги на внутренний рынок снова, внутренний рынок с точки зрения налогообложения, внутренний топливный. Сколько рынок у нас, напомните, в литре топлива налоговые нагрузки-то? Налоговые нагрузки, ну, смотря как считать, но вообще порядка 60%. Вот, у меня сейчас такое, цифра свертится в голове, насколько понимаю. 60%, порядка 60% это все налоги. Абсолютно верно. Вот. И, соответственно,
розничная цена, она регулируется. Регулируется негласно, регулируется принципами, ну, есть договоренность с нефтяными компаниями, что вот надо цены в рамках инфляции, ну, а дальше весь рынок вынужденно подстраивается под значение стел доминирующих субъектов. Вот. Что касается оптового рынка, здесь другая практика. Дело в том, что оптовый рынок, он у нас рынок. Он у нас рынок, в основном он зависит как раз от внешней конъюнктуры, потому что компании-производители – это компании-экспортеры. И, естественно, они сравнивают доходность внутреннего рынка, да, и цены внутреннего рынка с ценами, значением цен экспортной альтернативы. То, что они продадут, да, за рубеж. Экспортная альтернатива, да, да. С нетбэками, так называемыми. На птичьем. А здесь как раз включаются факторы, что у нас внутренний рынок с точки зрения, находится в уязвимом положении по сравнению с экспортными поставками. Почему? В силу налогового режима. То есть у нас налогов для отгрузки на внутренний рынок просто больше, чем налоги в случае экспорта. И налоги в случае экспорта, они... Это разница. Она, транспортные эти издержки, которые, ну, понятно, что в случае экспорта транспортные издержки они выше, чем в случае отгрузки на внутренний рынок, не перекрывает. Да? То есть у нас внутренний рынок с точки зрения налогообложения находится в изначально уязвимом положении. Есть налоговый диспаритет такой. И этот диспаритет из года в год все усугубляется и усугубляется. Что, собственно, и в этом году опять произошло. У нас акциз был проиндексирован на 4%, а экспортная пошлина, она взяла план на снижение и опять была снижена в силу завершения налогового маневра. Второй фактор – это достаточно привлекательная внешняя конъюнктура, да, что тоже важно. У нас высокие цены на нефть, как следствие, высокие цены на нефтепродукты. Естественно, это разгоняет еще больше уровень внешних цен, ну и значение индекса экспортной альтернативы. И третий фактор – это курс. Курс национальной валюты в силу валютных интервенций со стороны Минфина, то есть рубль. Раньше была прямая корреляция, да, то есть у нас нефть дорожает, рубль укрепляется. Сейчас все замысловатее стало, да. Сейчас настолько прямую нет, да, то есть рубль так нелинейно, так сильно не укрепляется, как мог бы в случае отсутствия валютных интервенций. Вот и получается, что не усиление рубля, налоговый диспаритет и привлекательная внешняя конъюнктура создает проблемы на оптовом рынке. Кстати, вот. По поводу вывозных пошлин, у нас государство периодически там трясет кулаком или пальчиком грозит нефтяникам, мол, эй, я уж не знаю, что это, предвыборный популизм или что, но смысл речей заключается в том, сейчас мы как введем заградительные пошлины, так вы сейчас у нас запляшете. Это всего лишь слова? Ну, скорее-то, вот, да. Скорее-то, игра на публику, да, действительно, чтобы... Ну, в целом, понимаете, мы почему и говорим, что здесь нужна системная, системная реформа, да, используем слово «системность», потому что в целом у нас проблема топливного рынка, что здесь очень много вот такой работы по понятиям, скажем так, да, то есть вот тут договоримся, вот вы держите цену, а мы вам демпфер дадим, ну, и это все такие торги, постоянная смена правил игры. И в этом, на наш взгляд, ключевые проблемы-то и есть. То есть, ну, для того, чтобы что-то устойчиво развивалось, бизнес адаптируется к любому режиму налогообложения. К любому. Вопрос, чтобы он был стабилен. Это самое важное. Чтобы он был стабилен, а и б, как бы, было рыночное ценообразование. И тогда, как бы, любой режим, он, к нему можно адаптировать. Если это непомерный режим, то просто будет сужаться сектор. Ну, так уже вот резюмируя это по поводу планов, вернее, прогнозов. Резюмируя, те же 8-9% резюмируя по поводу прогнозов следующее. Да, еще нам с вами про демпфер надо поговорить. Это вот такой новый инструмент, который... Да. Я думаю, у нас там остается где-то минуты 4. Минуты 4 про демпфер поговорить. Ну, вот, и для того, чтобы цены не росли... Меня, честно говоря, вы спросили про 2018 год, да, почему
почему произошла такой раз? Потому что не было демпфирующего механизма. А демпфирующий механизм – это вычет налоговый, который получают нефтяные компании на заводах. Понимаете? Вот сейчас он есть, его проиндексировали, и он есть. Как раз именно демпфирующий механизм, он не позволил ценам измениться, упасть в 2020 году, когда везде в мире падал, у нас ничего не упало, у нас цены росли. И пришлось там запрещать импорт, и в коем веке у нас импортное Топливо проходило. Экстренные меры. Как раз в силу наличия этого механизма. А сейчас это дополнительные, серьезные расходы бюджета, которые как раз идут в качестве вычета налогового для нефтяных компаний. На компенсацию. Ну и, соответственно, эта компенсация, она считается усредненно в зависимости от внешней конъюнктуры, она поэтому напрямую на цену, она в цену не ходит, да, то есть на нетбук, на значение индекса, на расчет индекса экспортной альтернативы не влияет. Вот. Это такой сдерживающий фактор. И получается, что нефтяные компании получили вычет в оптовом зоне, соответственно, могут себе позволить торговать убыток, независимые вынуждены брать по высокой оптовой цене и продавать по рыночной, низкой, розничной. И это ставит независимые заправки в положение между молотом и наковальней, поэтому, конечно, долго в таком режиме существовать невозможно, запас прочности у всех разных, и поэтому мы постоянно на каждом углу говорим, что проблема рынок нуждается в... То есть мы просто уничтожаем инфраструктура, и это беда. Вот. Это что касается... Розница 8-9%. Что касается нашей прогноза, да, в рамках инфляции. Розница будет в рамках инфляции, чуть выше скорее в рамках инфляции. По оптовому рынку, но, скорее всего, нас опять ждет повторение 2021, то есть опять все будет сложно. Опять будет корректировка демпфирующего механизма, там что будут торги, будут запреты, ну, то есть вот все снова. Последний вопрос, я не знаю, может, он из разряда каких-то сумасбродных, сумасшедших, но этот вопрос вам тоже знаком, периодически говорят об этом отдельные специалисты, мол, а что мы только делаем бензин из российской нефти, давайте будем импортировать, вернее, да, ввозить будем? Ну, конечно, нет. Нет? Не вообще безжизненный вариант. Это вопрос действительно сумасбродный, он требует долгого, развернутого ответа. Давайте, вот, учитывая, что у нас не так много времени, что нет, как бы, без вариантов не проходит, потому что внешний рынок, мировой рынок, он работает несколько по иным принципам. И нельзя смотреть на внутреннюю цену внутри там, одной страны и пытаться привести ее к внутренней цене другой страны. Все зависит от системы регулирования. А так бы хотелось, как в Венесуэле, по несколько копеек, да? Но это тоже чревато. За литр. Спасибо. Очень. На этом, да, завершается наша передача. Истекает время нашего разговора. Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. Я думаю, что современные средства связи нам ведь позволяют общаться и дистанционно. Мы можем найти время, да, и просто по видеосвязи пообщаться. Конечно. Сделать программу. Так что надеюсь, что это наша не последняя встреча. Всего доброго, до свидания. Обращайтесь. Спасибо. До свидания. Трасса 101.